Смотрите сегодня, 15 октября, в 18.15 на телеканале «Самара ИС» программу «Хочу домой». Вы увидите практикум для активной прогулки собаки, как научить играть и подносить предметы апортировки хозяину, видеовизитки о собаках, которым нужен порядочный и любящий владелец. И главная беседа в студии. Гости Наталья Ракитская, председатель областной общественной организации клуба собаководства «Союз кинологов» и методист-кинолог Татьяна Куликова. Смотрите сегодня в 18.15 на телеканале «Самара ИС» программу «Хочу домой».